Добрый вечер, это программа «Нас правде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, и это тот самый случай, когда следующая фраза будет не просто фигурой речи, а самой, что ни на есть, искренней фразой, выражением эмоций. С огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, народный артист Украины Борис Барский. Здравствуйте, Борис. Добрый вечер всем. Да. Приятно. А уж нам-то как? Это как раз тот случай, когда маски шоу на канале, и это, в общем-то, хорошо, и это никого не напрягает. В хорошем смысле. В самом, что ни на есть, хорошем смысле слова. Я должен сказать, что, конечно, я принадлежу там к тем десяткам, а, возможно, и к сотне миллионов, которые, если уже не выросли, во всяком случае, на маски шоу, то ну, это сыграло в свое время, наверное, большую роль в моем формировании культурного пространства. И было вот как-то несколько, наверное, обидно и жаль, что вот этот вот жанр, да, вот такой какой-то буфонады, такой немножко уличного такого вот юмора какого-то, он ушел куда-то. Хулиганский. Хулиганский, да, хулиганский. Безусловно. А почему вот как-то так случилось? Ну, во-первых, мы работали... У нас творческая группа полностью была своя, как бы это весь проект, он принадлежал нам. А при развале Советского Союза мы стали гастарбайтерами, ну это на деньги России снимались, ну в общем не совсем России, но там крутились очень большие деньги, у нас спонсорами были Эпсон, Пикник, шоколадки английские, вот, и это все оттуда где-то доставалось, и мы, значит... Это все снимали. Ну, говорят, что это случайности в жизни не бывает. Вот в этот же период, когда перестали снимать маски-шоу, город неожиданно дал нам театр, ну, помещение бывшего кинотеатра, и мы с головой ушли в эту нишу, потому что нужно было, во-первых, ремонтировать, он был убитый, во-вторых, нужно было создавать театральный репертуар. И на сегодняшний день у нас порядка 11 пьес, но они все оригинальные, они все, их можно увидеть только у нас в театре «Маски» в Доме клоунов. Жалко, конечно, что это ушло, потому что, ну, правда, целое поколение, не одно выросло на наших шоу. Вообще, самый приятный комплимент, когда подходит симпатичная молоденькая девушка и говорит, я росла на ваших шоу, и тебе очень приятно. Ты говоришь, ну, хорошо, выросла, нормальная, симпатичная. Она говорит, а моя бабушка, она ваш кумир вообще, она в восторге. И ты так думаешь, блин, ну зачем ты про бабушку начала? Ну что, все возрасты покорны, тут же такое дело, собственно. А, вот театр, это, конечно, хорошо, и о театре мы немножко поговорим тоже чуть дальше, но вот смотрите, в Одессе как-то вот удивительным образом все, а может и не удивительным, а совершенно закономерным образом все сошлось, масса талантливых людей, киностудия Одесска на то время еще, по-моему, да, вот, да, вот на то время она работала, по-моему, еще более-менее основательно, вот те вещи, о которых вы говорите, финансирование и так далее, тем не менее, все равно жанр не пошел-то, вот в чем удивительно. Вы снимались в кино, там, «Семь дней с русской красавицей», по-моему, да, были еще какие-то попытки, но из этого там какого-то там, не знаю, своего Монти Пайтона не выросло, вот жалко про вот Монти жалко, Пайтон, да. Жалко, да. Нет, действительно, но тоже на телевидении появилась тенденция снимать быстро, задешево и по чужим калькам, поэтому мы не вписывались, мы никогда не вписывались вообще в стандарты, мы были, вот, нас не с чем было сравнивать, просто вот такого не было. Вот, и нам всегда говорили, что это не формат. Все, что мы не делали, нам говорили, это не формат, это не формат, это не формат. И мы уже к этому привыкли. И вот то, что мы делали, это очень дорогостоящее шоу. На тот период там минута съемок стоила, вот нашего шоу, минута съемок стоила $1000. И если шоу длилось порядка 25 минут, значит, это минимум. Но то, чтобы снять это все, нужно было минимум неделя. Это я не говорю про подготовку. Это чистая съемка. Про подготовительный период я не говорю. Или там творческий, когда мы все это придумывали, тоже не говорю. А мы ездили в Закопаны, мы ездили в Кончу-Заспу. Мы 2-3 недели сидели в санатории, закрытые со всех сторон. И с утра до вечера придумывали смешные ситуации. Особенно смешно было в Закопанах, когда вот у тебя в окно курорт показывают, люди по горам ездят на лыжах, на санках, на скейтбордах. А мы сидим с утра до вечера, придумываем, и заходит горничная, смотрит на нас так, как на нездоровых людей, периодически пепельницы вытряхивает и уходит. Вы наблюдаете за тем, что происходит, наверняка наблюдаете за тем, что происходит вот по части юмора, там где-то сатирическое, там в меньшей степени, наверное, у нас. В основном это, наверное, касается того, что происходит на телевидении. Вот эта эволюция от гэгов, да, вот от шоу гэгов и
к стендапу, наверное, да, вот, вот сейчас. Вот это снимается очень легко, поэтому вот это как раз тот формат, который вот давно пользуется Европа. Да. И вот все эти форматы, они выкупили, я не знаю, каким образом, ну вот, они выкупают европейские, американские, австралийские форматы и снимают сериалы, шоу, которые уже везде прошли. Ну, вам это нравится, вы это понимаете, это то, что, не знаю, где-то соответствует эпохи, там вот настроения и так далее. Это же очень хорошая культура и в принципе нормально. И стендапы, к примеру, или комеди-клабы, которые первые появлялись, там диапазон юмора был необыкновенный. Он был ниже плинтуса, но и выше крыши. Там попадались люди, которые очень остроумно шутили на очень высоком уровне. И есть в клоунаде тоже, если повернуться спиной и почесать зад, то это смешно. Вот. Кто-то чесал... Ну, без этого нельзя. Но все равно, ну, юмор есть юмор. Он либо смешной, либо не смешной. Это когда ты говоришь, к примеру, об элитарном кино или еще о чем-то, и вот все говорят, вот такой фильм замечательный, элитарный, а ты ничего не понял. Тебе лучше промолчать в тряпочку, потому что либо ты не элитарный, ну, и ничего не понимаешь, либо поддерживать разговор. А юмор это либо смешно, либо не смешно, вот и все. А вот у нас было одно прекрасное высказывание, Лесь Подривянский, которое тоже наверняка знаете, да, это отдельная, конечно, ниша икона нашего, это эпоха, но он категорически негативно отзывается, я не хочу сейчас называть ни название, так сказать, произносить это вслух, тем более, что это сейчас отчасти политическое уже такое вот название, политический проект, но он вот крайне негативно и о публике, которой нравится такой юмор, и о артистах, которые играют в этом шоу, отзывается. Ну, наверное, где-то это может и нарушение корпоративной этики, я не знаю. Как вот у вас мне кажется, принято, что ну, одно время, к примеру, Петросяна только ленивый не клюнул. Но, тем не менее, он есть, он занял свою нишу, у него есть своя публика, она его любит и ходит, и слава богу. Ну, значит, вот он на своем месте. Ты, те, кто обычно ругают, но я не говорю про Поддереванского, вот, просто это под настроение попало, видимо. Вот, но те, кто ругают, чаще всего они еще не заняли свою нишу, они еще ничего не добились. Ну, вот добейся чего-нибудь, тогда ругай. А вообще, зачем ругать? Ну, к примеру, я считаю, что разрушить гораздо проще, чем что-то создать. И созидание, оно гораздо интереснее. А вот есть еще одна тенденция, о которой хотелось бы спросить. И не знаю, вот чувствуете ли вы как-то это на себе, потому что в последнее время, последние лет 10, и это тоже идет по большей части из Запада, из политкорректной Европы, появляется все больше тем, которые, на которые нельзя шутить. Вообще лучше их вообще не трогать, да, вот какие-то болезненные моменты. Моменты там, не знаю, связанные с гендерным равенством, например, и так далее. То есть это либо шутки, которые сразу однозначно выпадают, то, что вы говорите, ниже плинтуса, и прогрессивное общество их не воспринимает, либо там как-то уж надо, уж не знаю, как извернуться. Вот чувствуете ли вы это влияние Запада, дыхание Запада на себе? Труднее вот стало Бог работать. Миловал, и как-то вот начиная там с 80-х годов, когда мы пришли в филармонию работать, может быть, мы поколение какой-то эпохи другой, там, шестидесятников, мы рождены вот в там, 60-е годы, да, и мы не испытали на себе этого, и для нас никогда запретов не было, мы никогда не задумывали, что это реально возможно как-то, вот, ну, просто мозг не напрягался на эту тему. Мы в 87-м году сделали программу, одну из первых программ сценических, она называлась «Пролеткульт». И мы клоунами сделали всех. У нас программа была революции, белые, красные, большевики. Короче, все там у нас были. Там был царь, и был Ленин, и был Горбачев с Раисой Максимовной. И короче, все дураки у нас были. И вот в это же время каким-то образом нас попросили из филармонии за низкий культурный уровень. Мы даже не поняли, за что. Вот, но где-то в эти же годы начали образовываться первые кооперативы творческие, которые нас тут же с руками и ногами оторвали. И опять мы не анализировали ту ситуацию, вот почему так случилось. Ну, так, ну не в филармонии, так мы вот в творческом кооперативе. Вот. И мы за два концерта заработали столько, сколько зарабатывали за 17 филармоний. И всегда считали, что ну, все, что не делается, все к лучшему. И в эти же годы мы поступили в ГИТИС, театральный институт. И там вдруг мы оказались ну, круглыми пятерочниками. Мы блестящие, мы талантливые, нас так все любят. И нас повезли на обмен опытом в Америку, короче. Мы там театральные институты менялись опытом, мы, значит, обменивались опытом. Ну, как-то вот, ну, вот так. Но не чувствовали мы ни гендерных каких-то вещей и позволяли себе все, что хотели.
Хорошо, давайте поговорим о театре. И а, как... кстати, гендерная, да. Вот для меня это загадка вообще. Чего не, что им не хватает? Ну, бабы есть бабы, да, понятно. Вот вы сейчас вот... очень неполиткорректную штуку сказали. Ну, извиняюсь, ладно, если кого-то обидел. Хорошо, давайте поговорим о театре. Вот как по мне, все-таки очень разная эта публика. Та, которая смотрит телешоу, и та, которая приходит вообще само слово, да, театр, боже мой. Золото, лепнина, ложи, да, вот бархат, шторы и так далее. Тут на сцене не люди во фраках, а маски-шоу, в общем-то. Да, вот как-то это диссонанс какой-то. Как у вас это вообще получилось? Мне кажется, что публика отличается от тех, кто смотрят телесериалы, и те, кто ходят в театры. Еще и между театрами она тоже очень сильно отличается. Я одно время, я участвую в антрепризных каких-то спектаклях, очень хороших, я считаю, вот мне везет. Вот. И антрепризные спектакли идут, ну, у нас в театре музыкальной комедии, там большой зал. Я знаю всю публику, которая приходит на антрепризные спектакли, они приходят в мехах, они приходят, значит, вот там в бижутерии, в дорогой бижутерии. Вот. И ты, когда приходишь на чужие какие-то спектакли, ты замечаешь эту публику, и ты замечаешь публику, которая ходит в твой театр. Я много хожу, в украинский театр прихожу, там мои друзья работают, приглашают. Там другая публика, в русском театре третья, в еврейском центре четвертая. У меня было одно время, но она еще и сохранилась, мечта вот всю эту публику заманить к нам в театр маски, в дом клоунов. Потому что есть наша публика, и постепенно я начал понимать, как это все происходит, потому что есть наш репертуар. Вот мы работаем, к примеру, 4 пьесы, которые я написал я. Это «Ромео и Джульетта», «Дон Жуан», «Евреи Евредика» и «Отелло». Вот. Плюс к этому мы работаем абсурдистский спектакль, начиная с симфонии, которую придумал Делиев. И там, в принципе, вот приходят там, где юмор выше плинтуса, приходят люди достаточно образованные, интеллектуальные, интеллигентные. Сделал я спектакль, называется, я 7 лет гонялся за этой пьесой, называется «Дикарь» или «Несколько слов защиты пещерного человека». Эту пьесу написал американский семейный психоаналитик, через которого очень много пар прошло, и, как оказалось, проблемы у всех одинаковые, но на эту пьесу не было прав на Украину. И вот я 7 лет ходил, облизывался, пока, наконец, вот не свершилось, появились права. И пришла совершенно другая публика, не та, которая ходит на маски, и не та, которая ходит, к примеру, на антрепризные спектакли. Пришло много молодежи, думающей молодежи, вот, и это тоже очень приятно. Потом Гарри Голубенко, Георгий Андреевич, это блестящий драматург одесский, подарил нам, я считаю, что это, ну, даже вот я не могу оценить, это драгоценный камень. Он подарил нам пьесу, которая называется «Одесский подкидыш». Она очень глубокая, достаточно смешная и трогательная, и лиричная. Зрители где-то там даже слезу могут пустить, где-то хорошо посмеяться. Он планировал ее когда-то на Раумо Карцева поставить на этого... Ну, неважно. Короче, в результате получилось, что играем Делиев, Георгий, я и Наташа Бузько. И пришла третья публика, которая посещает евреев. В общем, мы потихоньку начали подтягивать к себе еще и эту публику. Вот я этим горжусь сильно. А кто к вам приходит по большей части? Вот вы сейчас ездите много по Украине в рамках таких творческих встреч, да, творческих вечеров. А вот все-таки приходят посмотреть на того самого Барского из «Маски шоу» или вот на автора множества книг, в частности? Ну, наверное, и на того, и на другого. Причем очень приятно мне, когда мне говорят, что вот вы практически не изменились. Все как-то так вот, ну, все-таки время действует на них, а вы такой же. А я каждый раз вспоминаю, что я играл дедушку, и когда заходил да, разговор. Кстати, да. Когда 99 заходил разговор, лет. Да, что это. Я говорю, дайте мне какую-нибудь молодую роль. Вам девки молоденькие это письма шлют. А мне старушка прислала письмо из Энергодара. Говорит, приезжайте, я вас буду жалеть. Вот. Они говорят, да ты не понимаешь, мы потом будем старые, будем смотреть, какие мы были молодые. Я говорю, так вы будете смотреть, какие вы были, а я такой же и останусь. И вот сейчас, когда мне говорят, что ты такой же и остался, в принципе, меня не удивляет. Нормально это. Что касается, вот как-то у вас сложилось, не знаю, возможно, опять же, природным, самым что ни на есть образом, распределение ролей, потому что мне так кажется, что Лиев у вас по большей части это продюсер, да, вот, и постановщик, ну, и так и далее. Режиссер, вот, да, режиссер, безусловно, конечно. А у вас все, что касается литературы, изящные словесности, да, как вот так, это вы договаривались как-то между собой или у вас как-то так? Нет, так писал в основном сценарии тоже, он, ну, редко было так, что он не успевал, когда он поручал.
А так, просто как мозговые штурмы проходили. Мы собирались, творческая группа, и мы набрасывали смешные ситуации, гэги на какую-то определенную тему. Вот там, к примеру, шутим про больницу, или шутим про ГАИ, шутим про пожарников. Если истощается больница, начинаем про пожарников. Истощаются пожарники, маски грабят банк, или еще там что-то. Вот. И когда набирается определенное количество, там 100 смешных каких-то ситуаций, уже взяв эти все ситуации, Делиев выстраивал драматургию этого шоу, и он писал сценарий. Вот то, что касается книг, это помимо этого, это просто уже свободное от работы время меня где-то. Причем я никогда не писал нарочно, у меня не получалось. Я пару раз пробовал, там типа ни дня без строки, железобетон получается, кирпичи, булыжники, гранит, мрамор, все что угодно, но это не смешно, это не легко, оно какое-то, ну, неправильное. Вот. А когда на тебя не сходит просто что-то, вот ты воспринимаешь откуда-то, кто-то тебе надиктовал, ты просто взял и записал это все, оно всегда легко, так, ну, тут же запоминается. К примеру, там, я написал, да, эту пьесу «Ромео и Джульетта», а у нас дети были еще маленькими, мы ее сыграли, ну, детям было, наверное, лет по 12-13. Они пришли, посмотрели пьесу, они вернулись домой, перечитали Шекспира, сказали, у Барского смешнее. А вот для вас принципиально все равно, чтобы вот смешно, вот этот момент, смешнее. Вы говорите, написал, не смешно. Нет, цель в этом не стоит, просто я по природе, я очень оптимистичный человек. Ну вот так. Я не могу тяжелые фильмы смотреть. Ну, меня катастрофически, меня что-то выбрасывает из зала. Я, к примеру, пролетая над гнездом кукушки, я прочитал книжку, но я не досмотрел фильм. Я вот почувствовал, что все, вот этот момент наступил, когда надо уходить. И, ну, вот что-то во мне. Есть анекдот очень хороший, когда к психоаналитику пришел оптимист, и тот говорит, сейчас проверим, какой ты оптимист. Вот скажи, к примеру, у тебя умер дедушка. Он говорит, у меня еще один есть. А он говорит, ну, хорошо, ладно, а ты опаздываешь на поезд. Он говорит, я в машину по газам и успел вовремя приехал. Он говорит, а ты боишься ездить за рулем? Он говорит, я бутылку водки по газам и не боюсь. Говорит, а тебя гаишник остановил. Он говорит, а я договорюсь. А это гаишница. Он говорит, а я познакомлюсь. Она страшная. А я уже бутылку водки выпил. Да. Я просто чего спросил-то. Собственно, есть много историй и много жизненных, по большой части, историй и иллюстраций того, что вот талант комического актера или автора, да, вот он очень часто... Ну, где-то ширма является, где-то, не знаю, защита является, или просто параллельно сосуществует, например, с достаточно большим талантом серьезного там прозаика или поэта, или серьезного актера. Например, вспомним Джима Керри, который равно прекрасно, на мой взгляд, играет и в комедиях, и в серьезных драмах. В драмах, кстати, в последнее время, наверное, даже это почаще. Каждый комик хочет Гамлета сыграть. Ну, так вы же его же и пишете сразу. Так я поэтому писал и Ромео, и Отелло. То есть нет вот такого желания, чтобы вот это все смешно, или, не знаю, возможно, момент наступает, когда это все уже не становится таким смешным просто. Может быть, еще другое, какой-то внутренний протест у меня есть, когда столько вокруг негатива, и хочется что-то противопоставить этому. Потом все-таки юмор лечит и жизнь продлевает, и мы столько людей вылечили. Безусловно, собственно говоря, с чего я и начал. И продолжаем лечить. И продолжаете, да. А почему такое... Ну, понятно, да, каждый актер хочет сыграть Гамлета, наверное, еще и Ромео, если позволяет. Если там позволяет автор. Потому что в книгу рекордов Гиннесса попадем, да. Потому что сейчас 20 лет спектаклю, как мы его работаем, Ромео и Джульетта, и еще, наверное, попадем, потому что мы самые пожилые Ромео и Джульетта. Я не хотел этого слова произносить, спасибо, что помогли мне выбраться из неловкой. Да, из неловкой ситуации. Почему у вас все время на такие, опять же, серьезные, вот, трагические истории Шекспира нашего Вильяма тянет? Не, ну, во-первых, это же не Шекспир написал Ромео и Джульетта, а сюжет был известен за 200 лет до того, как он за него взялся, просто он его реанимировал, ну, наверное, сейчас очень хорошее слово, тюнинговал. Он да. Талантливо тюнинговал его, вот, и получилась хорошая пьеса. Я перевел это все, я посчитал просто, ну, немножко неправильно, что он взял и любовь убил, как бы. Любовь убить невозможно, она всегда существовала, ее наши предки знали, и наши потомки тоже будут знать, и мы на себе испытали, у меня двое детей, я два раза любил, у меня получалось это.
Вот, был, да. И поэтому у меня в конце пьесы Ромео и Джульетта пытаются покончить каждый раз с жизнью, но и каждый раз один заканчивает жизнью, второй реанимируется и говорит, там, Ромео, к примеру, умер, Джульетта говорит, ой, просыпаюсь, значит, я не умерла, как сладок сон, аж подвернулось ушко, не знаю даже, сколько я спала, и вся слюной заляпана подушка, но где я, запахление, паутина, какой-то натюрморт довольно странный. Видит Ромео и говорит, а что это за дохлая скотина? О, Господи, Ромео бездыханный. Он вслед за мной подумал и стремится, и обогнал, но не намного. Я же, чтобы с ним на небесах соединиться, два харакири сделаю сейчас же. Делает харакири. Вот. В это время Ромео оживает и говорит, как мир жесток, безжалостен и туп. Вот предо мною то, во что я был влюбленный. Джульетта, схарактерившийся труп у ног моих, раскинут, расчлененный. Два раза не войти в одну реку. Я не тот, кто счастлив был когда-то. Гранату съем и выплюну чеку. Вот так возьму и схаваю гранату. Хавает гранату, выплевывает чеку, взрыв, оживает Ромео, оживает Джульетта и говорит, постой, Ромео, Господи, воды. О горе мне, печаль моя бездонная. Рехнусь я, кажется, от этой ерунды. Пойду наверх и выброшусь с балкона. Ну вот они вот так вот по очереди. Ну в конце концов оживают вместе, так что любовь бессмертна. Это был небольшой спойлер, да, вот вашей версии Ромео и Джульетты, которая вполне возможно если, попадет. Если вот моя версия города. Через 450-500 лет после моей смерти будет жить, значит, я не хуже Шекспира. Я думаю, это возможно будет проверить, да, в нашем... Ну, лет через 400-500. Борис, огромное вам спасибо за то, что вы продолжаете делать, за то, что вы делали тогда, делаете сейчас со своими друзьями, коллегами, за то, что сегодня были здесь и в Харькове, и в нашей студии. Огромнейшее вам спасибо. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Ну, в общем-то, хорошо бы, что смотрели не только нас, а спектакль замечательный. Авторство и с участием таких актеров, которые, повторюсь, воспитали не один десяток миллионов, ну, если не воспитали, то, по крайней мере, вдохновили. На этом, увы, все. До свидания. Всего доброго.